Смотрите, как приготовить тыквенный хлеб с изюмом, соленый, в то же время, сладкий из-за тыквы и изюма с плотным, но мягким, мякишем и с хрустящей корочкой золотистого цвета. Это очень вкусно. Такой хлеб, если найдете в магазинах, будет стоить недешево. Не лучше ли научиться печь наивкуснейший хлеб с изюминкой самому? Совет: перед выпечкой изюм промойте, обсушите и обваляйте в муке, излишки муки стряхните. Так изюм распределится в тесте равномерно. 1. Тыкву тщательно вымойте, очистите от кожуры и семян. 2. Нарежьте тыкву небольшими кусочками и отварите до мягкости в скороварке или в кастрюле на плите в небольшом количестве воды. 3. Разомните вареную тыкву вилкой или пробейте в блендере. 4. В миску для замеса теста или в чашу миксера просейте муку, добавьте раскрошенные свежие дрожжи и соль. 5. Добавьте тыквенное пюре. 6. Начинайте замешивать тесто, постепенно добавляя теплую воду. 7. Замешивайте тесто в течение 10 минут в чаше миксера или вручную, пока тесто не станет гладким и однородным. 8. Готовое тесто выложите на стол, растяните, добавьте промытый изюм. 9. Замесите тесто с изюмом в шар, присыпьте мукой и оставьте в теплом месте на кухне примерно на 1 час до увеличения объема вдвое. 10. Поднявшееся тесто выложите на стол, присыпанный мукой, разделите его на 4 части и с каждой сформуйте круглую булочку. 11. Выложите булочки на противень, покрытый бумагой для выпечки, сделайте сверху крестообразный надрез, смажьте булочки теплым молоком и оставьте на 40 минут. 12. Выпекайте хлеб в духовке, предварительно нагретый до 180 градусов, около 30 минут. 13. Готовому тыквенному хлебу с изюмом дайте немного остыть и подавайте на стол. Приятного аппетита!